Здравствуйте, уважаемые пользователи Солидворка, с вами Евгений. Сегодня вашему вниманию будет предоставлен такой вот мини-урок, в котором я отвечу на вопрос, как определить объем жидкости, наливаемый в ту или иную тару. Ну вот, на примере у меня есть бутылка, которой мы сейчас определим, что в нее можно налить и сколько. Значит, для начала на этой плоскости мы нарисуем эскиз в виде круга. Делается это для того, чтобы закрыть это отверстие. В виде пробки. Вот оно у нас закрылось. Далее на плоскости мы начертим форму, в которую мы вставим нашу бутылку. В принципе, размеры не важны, но сделаем. Будем учиться делать все сразу. Давайте сделаем привязку. Эскиз. Дальше мы сделаем элемент выталкивания. Здесь мы поставим midplane. Начнем растягивать. Вот у нас бутылка вставлена. Очень важный момент. Надо убрать момент слияния. Вот у нас с вами два тела. Дальше. Выбираем два эти тела. Правая кнопка. Combine. В этот раз давайте уберем. Опять же мы используем Subtract. Наше главное тело это будет кубик. Наше внутреннее это будет бутылка. Это будет вот это. Нажимаем ОК. Далее вот такое появляется меню. Мы выбираем тела. Если в прошлый раз при создании формы мы выбирали первое, чтобы оставить нашу большую форму, да, которую мы потом делим, то здесь мы оставляем второе, это бутылку. Потому что нам надо посмотреть то, что остается внутри этой бутылки. Нажимаем ОК. Вот вы видите, это то, что остается внутри нашей бутылки, нашего сосуда, либо другой тары. Дальше нажимаем Edit Material, чтобы выбрать материал. И здесь мы выбираем воду. Прошу прощения. Вот, Other Non-Materials. И здесь мы выбираем воду. Здесь вы можете поменять какие-нибудь данные и воду подогнать под ту жидкость, по которой вы хотите. Вот эти здесь появились, нажимаем Apply, и здесь появляется Close. У меня она выглядит так, потому что моя графическая карта не поддерживает одно разрешение. Если бы она поддерживала, то внутри бы получилось какие-то такие волны, которые действительно показывают, что это вода. Дальше нажимаем на Evaluate. И Mass Properties. И вот нажимаем на нашу бутылку. Recalculate. И вот здесь вот есть Volume. Только учтите, это кубик миллиметра. Копируем это число. Входим в конвертер. И вот получается, что эта бутылка 1 литр 6, 9 и так далее. Но вот может быть такой возникнуть вопрос. Ну то подождите, а мы же не всю же бутылку заполняем. В принципе, это решается тоже нетрудно. Cut. Выбираем ту поверхность, ту плоскость. И отсекаем ее на таком расстоянии от центра донышка, в принципе, на котором вы хотите заполнить данную тару. Ну, давайте 230 возьмем. Окей. Выйдем из эскиза. Вот мы видим, что автоматически программа
допустим, Acyclic. Опять же выходим на Evaluate. Если у вас нет такой вкладки, то щелкните правой кнопки на панели, и вот здесь вот она будет вам доступна. Mass Properties. Значит, давайте все опять Clear. Выберем наше тело. Вот Recalculate. В принципе, можем уже догадаться, что это будет 1.5 литра. Да, видите, как мы с вами угадали. В принципе, таким вот нехитрым способом можно рассчитать объем проектированной тары и узнать, сколько можно наливать в нее жидкости. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо. Учитесь с нами, учитесь сами.